Вырежу, но я не хочу, чтобы... Вот, тут у нас сегодня, это сегодня у нас 16-е, наверное, да? Февраля. Вот что у нас здесь в комнате, говорит? Вот пройти нельзя, это мешки в одно место. Картошка разных сортов. Вон, Володя лезет из погреба. Вот он, я... Ух, лопата тут, там кошки туда ходят, и все, выгребли, все чисто. А как часто чистите? За 17 лет первый раз. Неправда. Миша, земля там сухая, очень удобно кошек держать. Значит, скажи, что вот Миша он чистит. Этот слепой родился. Смотрите, какой боевой вырос, Катько. Ну-ка, там где Паля? Ну-ка, покажись. Паля. Паля, Паля. Ну-ка, где ты там? Ну-ка, покажись сюда. Вот она, красавица. Так, а где рыжая? Сейчас я гляну. Рыжей нет пока, не видать. У тебя котенок сзади, чтобы не задавили его там. А Надежда Васильевна блины нам принесла. Вот, подкармливает. Ой. Спрашивает, почему голубят не показывал, которые вывелись. А Надя сейчас спрашивает. Я говорю, ну я показывал, но мало. За всем смотрят. Сглазят. Значит, против нас от одного человека, его за фамилия Синицкий. Ничем не занимается, только ему заказ делают на кого. И он делает, целая команда работает, это не один. Ужас. Ну, какой ужас, наоборот, новый бриллиант в мою корону вплетают. Не трожьте их. Господь обещал великую награду. Ой. И радуйтесь, и веселитесь. А какая печаль-то? Ну, он берет, он все извращает. Тут дети там в лагере, где сказал, он все переворачивает, добавляет свои слова. Но приехала Ксения Деннон из Америки, директор Кэстонского института. И это в интернете, и ее письмо, которое она там в Лондоне написала. В степях Сибири, там такой человек живет. И говорит, мне половину не рассказали, как Соломон, это, приехала Сариса Савская, что увидел. Так он не может опровергнуть. И говорит, это я ее обольстил, и она вроде подкупленная, так напечатала. То есть он не может ничего сказать. Вот батюшка зашел сейчас, а это нет, его там привязали, или у него ноги прилипли, там липучку специально. Такую ахинею несет. Но о нем стали узнавать, кто. Оказалось, сидел за бандитизм, грабил людей. А потом к одной бабушке, как голодный, открой, а я 75 лет, что ли, было уже. И она открыла, он ее в голову повредил, изнасиловал, ушел. Это изверг. И вот таких они берут, это по протоколам сионских мудрецов. Такие, чтобы в любой момент его можно было удрать. А при ненужности он просто другим будет заменен. И он на кого нападал? Баптист, разве и нет? Троицу, похоже, не признает. Был у пятидесятников, зародился этим учением. Все, православие отрицает, это ересь, секта. Ну, то есть полное безумие, хамство сатанинское просто. А что делать? Молиться, нам больше не дано. Чтобы Господь открыл его глаза, чтобы он хоть раз себя увидел. А меня Бог назначил, чтобы всех критиковать. Так, ну дверь открыли, ну выйди в дверях, то попробуй не разговаривать, миленькая. При закрытой двери раза в три больше времени тратится, чем на меня. Шмыганул и все. Вот оно где, куда кошки лазят. Вот они, а вот они, мои голубки, сидят. Уже сегодня я их выпускал. Вот так. Сейчас попробую открыть. Вот так вот. А те вон они где. Вот они сидят два. Вот они вплотную. Это сантиметров 20 до него. Это он. А это его красотка сидит. Он какой клюв у нее. Как точеная. А вот они, дошевелятся еще. Ну-ка. Я бы мог, конечно, взять их, показать. Володя, на минуточку возьми, я покажу. Надя просила. Давай-ка. Ну, вот. Этот сидит, этому ничего не давать. Какая церковь? Краеугольный камень. Так, подожди.
рядом с блинами. Смотрите, чтоб не слопал, он уже сзади пристраивается. Ну, ну как он, ну. Видишь, у отца хвостик маленько черненький-то, а у него в другое место. Видишь, уже вон он, уже, вон он, уже все, бежит уже он. Давайте, ешьте. Видишь как? Что, они едят, что ли? Ну, погляди какие. Маленькие пекунщики. Они же еще не могут есть. Что, кого они едят? Ну да, нет. Да он так. Ну, ой, 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 куда-то убегать надо. Ну, ну-ка, куда пойдут? Кошки сразу сейчас хапают и зубы. Ну, уберите, эту-то уберите. Да, что маленько убрать можно. Конечно. Что вот они какие, ой, какие большие, это на ладони сидит. А им-то всего не знаю, то сколько, недели две. Это у него черненькие крылышки. И черная шейка, и черный хвостик. А этот в мамку. Ни одного пятышка нету. При селекции этот будет обречен, это останется. Вот так. Благодарю. Сейчас я отнесу. Можешь закончить съемку. Вот они где. Ну-ка, ну-ка, уйди. Уйди отсюда. Ты смотри, что делает, а? Видишь, собралась толпа какая. Даже показать близко нельзя, из рук выхватит. Видишь, какие.